Всем привет, дорогие друзья, с вами Дарис, добро пожаловать в Clash Таран. Я надеюсь, ты меня поддержишь пальцем вверх, подписочкой на мой канал. Это подобие Clash Royale. Давайте начнем с того, что мы пооткрываем сундучки. Так, отлично. Отличненько. Так, сейчас мы затащим по-любому. Открыли сундуки. А что такое? Компания появилась, ребята! Вау! Появилась компания, первый, второй эпизод. Это классно, я попал, давайте попробуем. А новичок? Ясно. Так, ну это не новичок. А, необходимо пройти уровни эпизода на сложный ветеран. А, то есть я сначала должен с новичка начать. Так, давайте попробуем. Отличненько. Прикольно, слушайте. Так, а ну постараемся. Ставим палатку, то есть... Тут случайные карты доступны, или я могу также карты выбирать? Чё, фигня какая-то. Ай! Сейчас Норрис сделает. Так, воздушная поддержка, воздушная поддержка. Давайте, ребятки, бегите, бегите. Отлично, неплохо. С вертолетом неплохо справляемся. Думаю, можно на вторую вышку подниматься. Так, давайте. Ах ты, блин, снайпера берем. Нужна воздушная артиллерия. Блин, жалко, я без палки. Без танка жалко я. Ну, в принципе, мы и так справляемся. Нормально. Я бы сказал, очень даже хорошо идем на главное здание. Пока все неплохо. Битва завершена. Так, и крутой сундучок у нас. Прикольно, ребят. То есть он сразу открывается. Классно. Там еще второй эпизод будет. Да, мне все нравится. Давайте пойдем дальше. В бой. Можно карточки сменить. Но пока что, в принципе, мы тащим. Хотя, блин, знаете, кого не хватает? Танка не хватает. Реально не хватает танка. Давайте по массе возьмем. О, сейчас разгромят нас. Чака Норриса пускать, Чака Норриса. Не вовремя пустил. Давай сделаем вертухан. О, он сейчас легко зачистит. Отлично. Давайте с вертолетом попробуем. Неплохо расчищаем. Это типа лучше, я так понимаю, вот эти. За меня отлучиться. Кажется, довольно-таки неплохо. Да. В сути, это как Clash Royale, ребятки. Только надо понять, кто за кого играет. То есть наш просто немножко по-другому сделан. Так тот же Clash Royale. Только ВКонтакте. Ставим палатку. О, надо по площади бить. Надо бить по площади. Сплэш урон. Отлично. Благодаря сплэшу мы легко расправимся с ними. Отпускаем танк. Пускай на себя берет урон. Отлично. Я все-таки карточки свои поменял. Наверное, клан сейчас давайте посмотрим, как наш клан поживает там. Это, я так понимаю, вместо Валькирии. Нормально, нормально. Битва завершена. Сразу открываем сундук. Так, давайте вернемся назад. А что у нас тут? Давайте посмотрим. А, это лиги. Первый этап. Так, ладно. А где мои карты? А, клан. 29 человек в клане, ребят. Спасибо большое, что кто вступил в клан. Давайте я немножко пожертвую тут.
Так, отличненько. Тоже могу карту запросить какую-нибудь. Куда спускаешься, блин? Так, окейшки. Так, все, никак не могу это сделать. Так, тут можно карточки приобрести. О, новый десант какой-то, новая карта. За 2000, недороговато. Так, я бы поменял свои лучшие карты. То есть нам явно нужен будет танк. Кто вместо танка, знаете, кого нам надо взять? Кого нам не хватает? Много еще не открыты. Кстати, у меня же есть танк, почему я не пользовался им? Кстати, а вместе они свои карты, вот. Ну-ка. Третью колоду давайте попробуем составить. Блин, даже не знаю, что тут взять. Давайте сделаем как спам. Вот тебя бы я лучше бы взял. Да, блин, тебя бы взял. Так. Давайте еще за пятерочку возьмем. 3,8 уже стоит. А, улучшим. Отличненько. Тебя, наверное, тоже надо прокачать. Так, давайте еще 150. Влили. Золота мало. Давайте, ладно, возьмем 10 тысяч золота. 10 тысяч у нас есть. Нам просто надо будет карты прокачать. Так, значительно улучшается он. Отлично, урон. Так, уже можно играть. А, новый уровень у меня уже. Сторожевая вышка и штаб увеличили здоровье и урон свой. Хорошо. Третья аренка у нас. Давайте на аренке поиграем. Новую миссию увидели. Мы продолжим обязательно играть в миссии. Ждем поиска противника. Так, вот он противник. Ждем эликсир. Играем мы против Кирилла. Так, он уже кого-то выпускает. Сейчас попробуем затащить. Да, я так понимаю, как динозаврик, как дракончик наш. Так, пускаем гиганта. Мы все сделали правильно. Он берет на себя урон. Прикрываем. Получилось довольно-таки неплохо. Сейчас с помощью сплэша мы убьем и зачистим собачек. О, кого он пускает, смотрите. Так, берем маленького танка. Ладно, мы и так зачистим, давайте дракона еще возьмем. А, если он умрет, пускай. На что взял на себя урон, а... Так, главное, чтобы он не пострадал, охотник. Его стреляют нормально. Затащили. Гигант хороший. Так, продолжим. Пока-пока открываются. Лига стартует через 5 часов, надо бы не пропустить. В бой. Давайте еще разок. Играем мы против Арсения. Надо все сделать правильно. Так, отсюда запустим. Нифига себе, здоровяк какой. Ну-ка, отвлеки, отвлеки. Это опасно, опасно. Он дошел до меня, нифига себе. Быстро разрушит здание мое. Блин, он по всем бьет. Это он удачно вообще. И меня сейчас съест. Боже мой.
Он очень грамотно все сделал. Да выпускай ты уже дирижабль, ё-моё. Мы тоже разрушили его здание, это хорошо. Вовремя, вовремя, нормально. Ой, сейчас было опасно очень. Сплэш, сплэш, сплэш. Да ты издеваешься, что ли? Сплэш, а выпускай. Так, начинаем. Отвлекай, отвлекай, отвлекай его. Вовремя, вовремя. Это, ну, грамотно, очень, очень грамотно. Так, наступаем, наступаем. Нельзя лохануться, нельзя больше лохануться. Фу. Ребят, ну это было сложно. Арсений молодец. Классно играет. Пока что ни разу не проиграли. Ну что могу сказать? Ништяк, ребята, есть миссии. Мы в миссии обязательно продолжим играть. Мне лишь важно ваше мнение, что вы думаете по этой игре. Довольно-таки интересно. Специальное предложение. За 26 голосов. Очень часто предлагают. Давайте возьмем. Почему нет, ребят, для вас? Возьмем это предложение и откроем сундучок. А, так, легендарная карта выпала. Довольно-таки неплохо. Так, отлично. То есть и можно уже карточки прокачать. Вот новую. Пишите советы, что лучше брать. Так, ладно, давайте я на этом попрощаюсь. С вами Эльдариди. Играйте в хорошие игры, ставьте пальцы вверх, и будет больше серий. А пока что до скорого, ребят. Пока-пока.